А впрочем, нет, все это не имеет смысла. Бессвязный набор картинок и звуков, бегущие, мерцающие кадры по экрану. Зачем ты здесь? Ты хотел посмеяться. Но для чего? Чтобы заглушить свои мысли, заполнить экзистенциальную пустоту внутри себя. Этот раздирающий ужас, бушующий на границе сознания. Нужно заглушить его. Да, скорее, иначе ты сойдешь с ума. Как долго можно находиться наедине с собой, пока поток мыслей не превратится в белый шум, царапающий по остаткам самосознания? Бежать. Скорее. С чего вообще все началось? Как давно ты вообще помнишь себя? Кто ты вообще нахрен такой? Здесь нет веселья. Прости. Легкий смешок не развеет тяжелое сумасшествие. Но самое главное запомни. Никогда не всматривайся. Никогда не вслушивайся. И не вдумывайся. Сохраняй рассудок столько, сколько сможешь. Потому что стоит только раз заметить черное пятно на белоснежном фоне, и ты обречен. Оно будет преследовать тебя. Пятна будут множиться и появляться на всем, что ты любишь. Постепенно не останется ни одной вещи, которой бы не затронула эта дрянь. Как темная смола, она заполнит окружающее пространство. Твои глаза утратят живой блеск, а потом почернеют. Не потому что это болезнь, а потому что это прозрение.